О, привет, Милана, как дела? Нормально. Слушай, где папа? Позови, пожалуйста. Артур, Давид, садитесь кушать. А что кушать? Ну как что, макарошки. Макароны? Вы же как раз заказали. Где Артур? Не знаю. Как не знаю? Артур, скорее иди сюда. Выяды ты его уговоришь пойти. Со школы пришел, закрылся и не выходит. Странно это. Но от макаронов же он точно бы не отказался. Куда это? Артура отнесу. Может быть, он занят чем-то. Пойду-ка к Булчику. Артур, кушать. Ну что ж, я говорил, что он не откроет. Как это не откроет? Артур, кушать. Может, он обиделся на нас? А что, разве ты себя вел так, что на тебя можно обидеться? Я? Нет. А может быть, ты чем-то его обидел? А я тут при чем? А может, ты ему сказал вот такое вот? Делай уроки, пока не сделаешь, не выходи из комнаты. Ну, это, конечно, говорил. Но не сегодня. Артур! Ничего не слышно. Нам нужно как-то открыть дверь. Нет у тебя монетки? А может, в моей комнате есть? Давай, возьми. Так. О, монетка. О, нашел? Вот, давай. Да, я знаю. Давай еще. О, получилось. Артур. О, привет. Сидит, в Бакуганы играет, а мы тебя зовем. Что, вы звали? Конечно, звали. Ты что, на нас обиделся? Точно обиделся или нет? Да ничего не обиделся. Просто я тренируюсь. Тренировался, оказывается, настолько, что почти пропустил свои любимые макароны. А, это что, мне? Тебе принес. Спасибо. К чему ты готовишься? Что за тренировка? Да вот, готовлюсь к Бакуган турниру. А что за турнир? Да, что это? Да дело в том, что Даня говорит, что он король Бакугана. Он такой мега-супер-крутой игрок. Ну и что? Ну, в общем, он бросает вызов любому. А ты чего тренируешься тогда? Пусть бы любой тренировался. Я просто вас тут же записал на этот турнир. А я не могу. Ну, я тоже не могу. У меня работа, там дела такие, поэтому, ну, как-то без меня. Да поздно уже. Его семья тоже вся участвует. Папа, младший брат. То есть нам осталось выяснить, кто из нас самый крутой игрок. Они дома такой же чемпионат проводят и решают, кто из них лучше всего играет. А нам что, тоже придется сыграть между собой? Да. Вы готовы? Готовы. Готовы. Ну что, да начнется игра! Если честно, я готов победить. Если честно, даже не надейся, потому что первый отборочный тур со мной. Оба, не надейтесь, я сражаюсь с победителем. Ну что, сначала кидаем баку сотые. Давай. Ну что, я первый хожу? Ну что, я готов. Как его лучше катить? Посмотри, там есть специальная стрелочка. А, все, нашел. Ну что, первый у меня Пегатрикс. А у меня Фангзор. Первый раунд начинается. Давай. 3, 2, 1. Круто, мой раскрылся. Это что такое? Пегатрикс. Не сработал. Раунд номер 2. Мне нужно отыграться. 1, 2, 3. У двоих раскрылись. Финальный раунд. 3, 2, 1.
Вот это да! Вот, считаем очки. 200 плюс 300 плюс 50. 550. Смотри, у меня на одной карточке 600. Это больше, чем у тебя у всех. Ну, папа, ты проиграл. А у меня 2100. Это была пробная игра. Я сейчас съезжу в магазин и приду. Проиграл так проиграл. Опять хитрит. Проиграл. Ничего не проиграл. Раз, два, три. Круто, вдвоем поймали. Да. Смотрим. Ого, плюс 650. А у меня 50. Для хороших игроков должны быть просто супер покупканы. Вот ребята обрадуются. Что? Папа? Он пришел уже из магазина? А ну пошли посмотрим. Давай. Что, пап? Что? Ну как? Ого! Ого! Класс, выбирайте себе. Так, это будет мое. Это будет мое. Ого, посмотри какое. Наверняка кто-то супер-супер мощный. Гордио. Антон, теперь я могу с тобой сразиться. Смотрите, но у меня же ультра-бакуган. О, класс, пап, дай мне. Давай, дай мне. Давайте так, я прячу бакусоту в руке. Кто угадает, в какой руке, того и достанется ультра-бакуган для усиления команды. Ну что? Я думаю, этой. Значит, ты в этой. Ба-ба-ба! Есть! Он мой! Какой он классненький! Начинается финальный отборочный матч команды Boys and Toys! Я готов! Тоже готов! Давайте, давайте! И... Три, два, один! Круто! А у тебя не словило бакусоту. Ну да, не словило бакусоту. Минус 300 все равно. Нет, ну ладно, потом сравним еще и в финальном подсчете с карточкой. Лучше ничего, чем такую словить. Да. Ну что, раунд номер 2. Поехали. 3, 2, 1. Так, смотрим. Ну что, у меня 250. И у меня тоже 250. Все, решат карточки, подсчеты будем делать потом, да? Третий решающий раунд. Поехали. 3, 2, 1. Теперь время подсчета. Артур, ты посмотри, как не повезло Давиду. На карте 200 и минус 300 на бакусоте. Минус 100. Так, и тут еще 400 и плюс 250. 550 всего. Мало. Ого. Тут можно даже не считать, потому что я точно выиграл. Ну давай, чисто ради интереса. Вот, тут 1000, тут 750. Против 550. Вот что значит крутые бакуганы. Угу. Вот видишь, а если на турнире использовать вообще крутые? Ну да, точно. Есть же лимитированная серия. Вот там очень крутые. Где бы ее только найти? Может быть, у кого-то? О! Точно! Артур, звони Милане. Давай. Стоп, а что, у Миланы есть? Нет, ты позвони Милане. Пусть она позовет папу. Вот у него точно есть. Я попрошу. Ага, я понял. Привет, Артур. О, алло, Милана, привет. Хорошо, что позвонил. Давай я тебе попозже перезвоню. А сейчас позови своего папу. Окей, папа, это тебе. Артур, мне? Да. Алло. Алло, Дима, здравствуй. Слушай, тут такое дело, мы участвуем в супер-турнире по бакуганам. И я знаю, у тебя есть какие-то супер-эксклюзивные наборы. Ну, если честно, да. А не мог бы ты дать нам один для участия? Кстати, приезжай, я тебе могу их отдать. Ну все, давай, я к тебе тогда. Ну что, даст? Да, у него есть, класс, и я поеду заберу. Прикольно. Вы пока тренируйтесь. Хорошо, давай.
О, привет, Милана, как дела? Нормально. Слушай, где папа? Позови, пожалуйста. Папа, иди сюда. Привет, Дима. Привет. Слушай, вот как раз приготовил для тебя. Это та самая супер-мега-коробка. Ух ты. Надеюсь, эти бакуганы тебе помогут победить. Спасибо огромное. Ну все, надеюсь, мы чемпионы. Потом все расскажем. Окей, удачи. Счастливо. Ну что, раз, два, три. О, ты поймал? Да. Сколько? Ребята, вы все тренируетесь? Да. Да. Посмотрите, какая красота. Ого. Ого. Ограниченная серия Limited Edition. Уже точно понятно, что среди нашей семьи самый сильный игрок Артур. А эти бакуганы помогут ему победить. Какие они крутые. Так, а ну посмотрим у драгоноида сколько. Целая 1000 у драгоноида. А у драгоноида ультра 1200. Посмотри, какие бакусоты крутые. Действительно, серебряного цвета. Ух ты, класс! Да, да. Это точно. Давайте сыграем. Давайте, нужно потренироваться. Ну, Артур, позвони, пожалуйста, Милане снова. Что, опять папу позвать? Нужно же сказать ему о вашей реакции. Хорошо, сейчас, секунду. Алло, Милана, привет. Да не-не-не, я тебе попозже перезвоню. Просто сейчас мой папа опять просит телефон у твоего папы. Угу, да, давай. Папа Артуру... Хотел тебе опять что-то сказать. А что там? Алло. Алло. Алло, Дим, привет. Слушай, ну еще раз хочу сказать тебе спасибо. Всем детям понравилось. Пожалуйста, не за что. Ну, думаю, ну вот это мы покажем классно. А кстати, знаешь, мы уже тоже участвуем в этом турнире. Вы тоже? Слушайте, они тоже будут участвовать в турнире. Да? Ну, это уже интересно. Да, так что до встречи на турнире. До встречи на поле битвы. Пока. Вы поняли? А, то есть в финале сойдутся семьи Boys and Toys, Family Box и Даниэль Гро. Получается так. Круто? Да, классно! Друзья, ставьте лайк, если поддерживаете нас в этой битве.